Тож, дорогі друзі, повертаємося, і як ви бачите, ми так тісненько один біля одного сіли. Це означає, що у нас в студії вже є гість, і ми раді її представити. Валентина Ткаченко, президент фонду «Доброта і довіра», вже добре відома вам за своїми гарними справами. Ну і звичайно, за тим, що приходить не вперше вже до нас в ефір. Доброго ранку. І кожного разу, як ви до нас приходите, у нас серденько наше дуже радіє, тому що ми знаємо, що щось добре проходить у Миколаївщині, комусь допомагають, дітлахи не залишаються без уваги. Да, ну как бы это утро начинается с меня. Мне очень приятно, что действительно я что-то могу чем-то поделиться, что-то рассказать и передать вам кусочек какого-то позитива, который, может быть, остался у вас на целый день. Хотя, в принципе, у нас идей много и всего остального, честно сказать, я очень рада тем, что я делаю, как я живу, и хочу каждому этому передать, зарядить и просто показать, что не настолько в этом мире все серо, как говорится, будно и как-то однотипно. На самом деле есть очень много таких вещей, на которые можно просто остановиться, закрыть глаза, открыть, и ты их увидишь. Отож, що «Доброта і довіра» планує и чим саме буде відкривати очі миколаївців і показувати, що є добре в світі? У нас стартовала 16 июля мегамасштабная акция. В принципе, для нашего фонда это первый проект, который действительно мы решили сделать сбором денег. И это не просто какой-то сбор денег. Вы знаете, идея возродилась как бы, вот, как говорится, не то, что ничего, то есть как бы исходя из того, что мы имеем. У нас стартовала 16 числа официально акция, называется «Сотня великих сердец». Что значит «большое сердце»? Да? Это самопожертва, это любовь, это внимание, это что-то сделать очень хорошее. То есть человек, делая даже элементарно какие-то мелкие вещи, он уже себя наполняет и в принципе, тем же самым уже и отдает логически. То есть в нашем полумиллионном Николаеве, я все-таки думаю, что найдется 100 человек в этой акции примет, будет акция идти всего лишь 100 дней, где мы соберем деньги взносом минимальным 3000 гривен для того, чтобы открыть швейное ателье для мам, у кого дети инвалиды и многодетные. Почему зародилась такая идея, сразу говорю. Она уже была как бы на подходе, но мы не знали, как правильно это все сделать. Потому что каждый раз мы выезжаем, мы шьемся. А кто нам шьет эти костюмы наши? Конечно же, наши дорогие мамы, чьи дети у нас занимаются, либо приходят к нам. Это замечательные дизайнерские разработанные костюмы. Каждый раз, если вы будете иметь говорить, что каждый раз спасибо, ты нам помогаешь проводить все эти, ты видишь, насколько эти подобраны под каждые тематические. Танец, костюм. Если это птички, это значит какие-то перышки, какие-то там головные уборы, какие-то крылышки. Это все насколько продумано тонко. Я просто восхищаюсь просто вот этими людьми, что если у них случилось какое-то горе в доме, либо просто вот очень тяжелая жизненная ситуация, они не опустили руки. Я действительно восхищаюсь как мастерицами, рукодельницами. И вот возродилась идея вот соплатить тех, кого мы уже на сегодняшний момент знаем. Пусть это будет небольшое количество человек. Но открыть профессиональное швейное ателье для чего? Для того, чтобы мы могли уже в дальнейшем обшивать своих детей уже не бегая по всем, потому что у нас нету той машинки, да, верлужной, нет, что-то еще. Чтобы на одну проблему было меньше, потому что и материал проблем, но так и еще и пошиты. Пошиты, да, очень дорого. И как бы, если у нас уже будет оборудованное помещение, у нас будет возможность, мы можем на этом сэкономить и, допустим, лишние там те же сладости, либо подарки закупить туда, куда мы едем. А шьемся мы очень часто, так как наши очень дети часто выступают, и мы как бы, знаете, пошить практически 50 человек, и минимум каждая группа по 3-4 номера учит в год, а то может быть и больше, то, конечно, для нас это энная сумма денег была, где мы всегда искали какие-то деньги для того, чтобы и закупить, и пошить, и дизайнерски как-то еще украсить в этом плане. Поэтому, как бы, да, одна головная боль. Но с другой стороны, приезжая каждый раз в какой-то реабилитационный центр или детский дом, я просто смотрю, как они радуются новым вещам. В том году мне так запомнилось, когда маленькая девочка, 7,5 лет с интерната, она просила постель с феями. Для меня это так это тронуло. Почему? Почему постель? Почему там какую-то куклу или что-нибудь еще? Она говорит, я буду ложиться, засыпать и просыпаться в ней. И я, знаете, как бы, я буду в сказке, как она сказала. И вот помню тот момент, как-то вот захотелось не только ей одно что-то привезти. Может быть, если начиная с малого, поехать в какой-то, допустим, небольшой реабилитационный центр, либо еще какой-то центр, куда мы ездим, начиная с 30-50 человек, пошить им всем пижамы, пошить им всем постельные, пошить будут тачки какие-то там, я не знаю, трошки услуговатые. Да, что для того, чтобы ребенок уже ложился, и он, как бы говорится, уже с хорошими мыслями, в хорошем сне, чтобы ему, дай бог, всегда снились хорошие, как говорится, сны, сказки, и чтобы он был всегда счастлив в этом. Потому что пускай это мелочь от нас будет, начальная, но она уже принесет ему много счастья. В дальнейшем можно было бы, если, дай бог, у нас дальше все получится, мы найдем в дальнейшем еще больше поддержки.
поддержки. Мы могли бы разрабатывать для них какие-то, шить одежду или что-нибудь еще. Но каждый раз привозя новое, а не БУ, я буду видеть, как светятся их глазки. А сколько людей уже долучилось до вашей акции, потому что она уже распочалась? Честно сказать, что как бы когда она распочалась, буквально, ну, недели две прошло, я просто думала, что как-то... тяжело будет, и люди не отзовутся, и как-то все-таки финансовое положение в стране, да, тяжело всем, депутаты сейчас перед предвыборной кампанией все как бы там, но я очень рада и хотела бы огласить те уже на сегодняшний момент 8 человек, которые у нас есть, и сказать пару слов. Тобто залишилося знайти 92 серця. Да. Вот. Первым, конечно, я очень благодарна нашей семье Сущенко. Это, знаете, это... могу сказать без слез, потому что это те люди, которые всегда с нами. Любая акция, любой выезд, любые подарки. Знаете, как это, кто там, типа, там, строит, я там, кто на цветозавод, я. Вот, это те люди, там, нужна машина, просто нужна какая-то там помощь, или все что угодно. То есть звоню всегда, Ира, Марина, все. Это семья, которая, вот, как говорится, кланом своим помогает нам. Вот, как только, они только узнали, увидели у нас пост, они сразу звонят, там, какая сумма, что делать, как что. Мы уже готовы. Спасибо им огромное, что они как бы зашли в первую пятерку и открыли ее. Ну, семья Кравченко, Оксана. Оксана мой любимый волонтер, я хочу сказать, это практически мой член семьи, потому что без нее бы, наверное, ничего бы, многое бы, вернее, всего не происходило, потому что мы познакомились не в том году. И вот когда мы собирали подарки, когда везли онкобольным деткам и сиротам, она пришла, она как бы без выбора, говорит, я беру 15 человек. То есть она не выбирала подарки, вот как по списку они шли, и насколько это все было красивенько упаковано, она вот детально подбирала каждый подарочек, чтобы вот сопало с ребенком. Вот это, значит, человек душа. И вот каждый раз потом, Валь, ты куда едешь? Я говорю, там, ну, там, деткам отказникам. О, я с тобой сейчас закуплю памперс, туда-то мы поедем вместе. То есть она пытается максимально везде, то есть она тебе раньше хотела помогать, но не знала, как это правильно. Сейчас она каждый раз, выезжая с нами, она видит это собственно. И я вот ей очень благодарна, что действительно, имея своего ребенка 5 лет, она уделяет время этой благотворительности. Дальше. Да, у нас не обошлось, мы обращались к многим уже, и я очень рада, что отозвался уже даже народный депутат. Ну, как бы сказать, он для нас он был уже не новый, так как мы с ним уже проработали практически 2 года, не так часто, но мы работали. Я очень благодарна Илюку Артему. Молодой, позитивный и интересно мыслящий, как говорится, человек, и плюс еще, как бы скажем, народный депутат. Он узнал акцию, говорит, ну, это что-то новенькое для нашего города, я не могу оставаться в стороне. Конечно, я приму участие. Я очень благодарна, что просто, вот, знаете, вот, чисто по-человечески, без каких-то пафосов, да, что я там народный депутат, он принял участие, и ему тоже огромнейшее спасибо. Также мы в том году познакомились с Сенкевичем Александром. Да, на сегодняшний момент это, по-моему, самопомощь, да, у нас. Но мы как бы не берем это народные депутаты, это какие-то политики, или это просто люди, которые вот захотели поучаствовать в этой акции, внесли что-то для того, чтобы просто стать одним из этой сотни, у кого действительно большое сердце. Саша, он замечательный человек по-своему. Он приходил к нам на тренировку Мил, когда наши детки танцуют. Он вживую это все, когда прочувствовал, увидел, я помню его глаза, когда танцевали малыши для него, и он как-то пришел на мероприятие, которое было, и он сказал, вы просто большие умнички, вот только за это для меня это была очень большая благодарность в этом плане. Оксана Солодко, ее муж, это, честно сказать, для меня было так интересно, потому что у них буквально 3 недели назад родился ребенок. У них родился второй ребенок. Да, и она увидела этот пост, они, я не знаю, каким способом сошкребли все эти деньги, вот честно вам хочу сказать. И звонит ее муж, Юра, и говорит, у нас есть великое сердце, откуда у нас это кошты? Мои дорогие, я вас просто обожаю, люблю, потому что я вот с момента становления фонда, вы люди, которые действительно меня поддерживаете. Я вам очень и очень благодарна. Как ни странно, первый раз, как бы говорится, ну, как бы у нас много людей в городе, я просто обратилась к человеку Олегу Бубку. В принципе, раньше был Буба, да, всем известно, то есть, как бы, но с ним я никогда не, как бы, не имела знакомств, и напрямую не общалась, просто пришла и сказала, говорю, у нас очень большая акция, и я бы хотела, чтобы вы у нас поучаствовали. Он говорит, ну, как бы, я много имел дел с фондами, и, как бы, не сильно, как бы, сейчас позитивно отзываюсь на этот счет, я тебя сама из дома, и, как бы, но просмотрел ваши сюжеты, говорит, почему-то мне, как бы, захотелось вам поверить. И я, говорит, вас. Действительно, да, да. Я принимаю участие, говорит. Это шестой был наш человек, которому я действительно очень благодарна. О, Бабуек Инна. Это девочка, вы знаете, как бы позитивчик такой вот. Она всегда улыбается. И время от времени, которое принимает участие, ей буквально обратно уже моя беременюшечка любимая. Вот через 2 недели ей народу, я говорю, приходи к нам в конце. Она говорит, я боюсь, что я уже рожу. Я говорю, так что пока у меня есть немножко денег, мы там сэкономили.
Я хочу принять участие. Моя дорогая, тебе действительно вот огромнейшее спасибо, потому что всегда, всегда ты, когда, ну, если есть возможность, но, ну, по крайней мере, ты всегда интересуешься, спрашиваешь, помогаешь постами. И для меня вот лично тебе огромное спасибо за твои два сердца, которые ты сейчас носишь. И вот вчера буквально, вы знаете, было очень так приятно, чтобы, не имея как бы прямого контакта или знакомства, просто обратилась обратно же к нашему еще одному народному депутату, Давид Макарьян. То для меня это вообще новый человек, и для Николаева тоже, потому что как бы он только в том году зашел, он был последний как бы 11-й депутат. Я просто написала ему письмо, где пригласила поучаствовать в нашей акции. И это слало пару сюжетов с нами, чтобы человек просто понимал. Ну-ка, понятное дело, что он как бы навел информацию у нас по-своему, может быть. Но человек отозвался и сказал, что я смогу, сколько я смогу. Независимо от того депутата, потому что я там помогаю и на операцию, тем и тем. Но я вам обязательно помогу. Дело хорошее. И, вы знаете, для меня это очень приятно, что люди просто отозвались. Не как бы там с пафосом, что, зачем, как, а что, почему, как будет. Они просто доверили мне и вот действительно решили поддержать это благородное дело, которое вот мы все вместе хотим сделать. Потому что не будь всего одного хотя бы человека в этой сотне, поверьте, ничего не будет. И каждый из нас зависит друг от друга. И только все благодаря вот всем нам, вот этим сотне, мы что-то сделаем хорошее. Вот я думаю, что у нас в городе найдется 100 человек. Так, дійсно, ну і з почином, звичайно, хочеться сказати. Продовжуємо так, із такою веселою усмішкою, тому що із нашою гостею, я нагадую, сьогодні у нас Валентина Ткаченко, президент благодійного фонду «Доброта і довіра». З нею просто неможливо без усмішок і без гарного настрою. Це завжди такий позитивчик у нашій студії. Та коментарями під кліп. Отож, продовжуємо все ж таки розмову, що ще планується, хотілося б нагадати, тому що минулого тижня ми зустрічалися, говорили про деякі акції, концерти. Все ж таки хотілося іще раз нагадати нашим глядачам, жителям міста. Да, як би скажемо, вже август, як би вже на серединке, многие уже приехали, будем собираться в школе. Я бы хотела еще раз напомнить людям, что у нас будет проходить два концерта 22 числа и 26, 29. 22 числа в городке Сказки на 6 часов вечера. Наши детки фонда станцуют, споют, будут аниматоры, игры. Этот концерт будет сделан для того, чтобы собрать канцтовары, средства гигиены, может быть, одежду, обувь, кто захочет принести, для того, кто нуждается. У нас просто есть семьи, которые от 3 до 6 человек детей, и есть пару человек из Унату, где тоже многодетные. Им нужно помочь для того, чтобы собрать детей в школу. Мы объявляли эту акцию, она называется «Портфель школьника», и я просила всех, что если будете скупляться своим деткам, пожалуйста, принесите пару карандашей, одну ручку, одну тетрадку, этого будет достаточно, чтобы собрать хотя бы одного ребенка. Потому что действительно сейчас очень сложно. А вы не просто придете, как бы говорите, принесете там галочку, поставили, что мы подарим вам праздник, мы подарим хорошее настроение. Наши детки уже готовят новые номера. Также 29-го на Кашановом сквере, центр улицы, 6 часов вечера, уже не жарко. Мы сделаем еще один концертную программу, где обратно же продолжим сбор, уже закроем, и для того, чтобы кто не сможет как бы прийти 22-го в Сказку, это будет в субботу, не сможет прийти 29-го в общественное место, как бы получить позитив, хорошее настроение, увидеть наши маленькие яркие таланты, которыми действительно я горжусь ими, что они у меня есть, и что-то отдать от себя, как говорится, для того, чтобы люди понимали, что действительно добро существует в этом мире. Дійсно, найголовніше те, що люди не просто будуть приносити якусь часточку себе, якусь допомогу, вони будуть получати за це віддачу, за те, що дітки не просто так, вони за це заплатять своїм гарним настроєм, своїми талантами. Так, дійсно, ну і що ж, хотілося б так невеличкий пакунок вам передати також від деяких працівників нашої компанії, тому що вони, дізнавшись минулого тижня про цю акцію, також вирішили долучитися. Вот видите, вот ведь не даром я сюда хожу. Ось так, друзі, дійсно, у кожного є можливість долучитися до цієї акції. Нагадуємо і ще раз, що будуть концерти в дитячому містечку Казка та в Каштановому сквері. Діточки будуть для вас старатися, отож не пропустіть ці концерти, цю благодійну акцію. Так, дійсно, тому що буквально елементарна допомога, ваша ручка чи блокнот, чи зошит будуть доречними тим, хто потребує цієї допомоги. Отож, дякуємо вам за те, що завітали. Спасибо, мої дорогі. Синхронно. Як двоє із ларця. А ви і є за мене будете?